Крымская погода, как известно, переменчива. Сентябрь – это та пора, когда на улицах Симферополя можно увидеть людей в босоножках и в ботинках, футболках и пальто. Однако горожане надежду не теряют и радуются солнечным дням. Как-никак, осень – романтичное время года, и потому в городе все еще много беззаботно гуляющих людей. Я одел зимние сандали, потому что холодно в летнем. Да. Вчера я был в Евпатории, вышел к морю, так же, как сегодня. Грело теплое солнце, воздух пах теплым йодом. Ну, просто, как сказать, слов не нахожу, как выразить свое положительное отношение. Я не знаю, как для всех, но для меня это уют. И вот Симферополь, честно, я полюбила именно из-за осени. Поэтому я гуляю сегодня, ну что еще с осенью? Любимая пора осень и весна у меня. Крымские метеорологи еще обещают несколько теплых деньков. Так, завтра будет небольшой дождь, а на выходных уже будет светить солнце. На следующей неделе ненадолго вернется бабье лето. Температура воздуха будет достигать 20-25 градусов. В конце недели очередной фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди и незначительное похолодание. Впрочем, не нужно расстраиваться из-за похолодания, ведь Крым в осеннюю пору становится еще более красивым и привлекательным. Крымские горы и леса в желтом одеянии продолжают манить туристов и жителей полуострова. Яна Ветренюк, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.